Всем привет, дорогие друзья, с вами Стэк. Продолжаем играть Губка Боб Квадратные Штаны. Третья серия у нас по счету уже. В предыдущей серии у нас заморозили крабс, украли корону, играли за планктоном. Вообще, там, вот такие дела у нас были. Сейчас нам нужно все это разгребать, спасать крабса и найти корону, куда-то отправиться. И пойдем, нам нужно найти, он сказал, машину какую-то, чтобы отправиться вдаль. Так что вот так. Так, что там можно сделать нам сейчас? Посмотреть на балку. Это опорная балка! Здорово! Здорово, да? Конечно. Пойдем в кухню. Может быть, что-нибудь найдем там. Плита не работает. Никто этого не заметил в суете по поводу открытия закусочной Красти Крабс 2. Так, берем это говно. Щипцы. Оп. Необходимый для любого шеф-повара инструмент. На, только для тебя. Так, спуститься, это что? Горчица? Бим-бим-бим-бим. Понятно. Так, спуститься по шесту. Что там у нас? Вау, 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 вау. Что такое? Похоже, чтобы пройти в лифт, нужен пропуск. Нужен пропуск. Жиз. Ну да, нужно найти пропуск. И в лифте, наверное, там какая-нибудь херня есть все-таки. Как он так сделал? Я тоже-то хочу научиться. Блин, реально такой прям... Оп, фью! И вверх. Так, мы нашли щипцы. Сквидвард, пошел нахер, ты меня вообще бесишь. Ты вместо меня тут стал крутым парнем. Так, нам нельзя выходить, да? Можно. Ой, сколько много тут мест. Ладно, давайте первое место сначала обходим. Обговорим там все со всеми. И потом уже выйдем отсюда. Так, войти вот. Туда сейчас не нужно. Ну на, ладно. Он замерз. Он замерз. Сквидвард, сука, иди сюда. О, не знаешь, где мистер Крабс оставил гамбургер-мобиль? Он в подземном гараже под рестораном. Ага. Можешь пройти туда через кухню, но тебе понадобится пропуск. Баламус? Где мне его взять? Ну, мне как управляющему сегодня такой выдали. О, дашь мне его? Нет, не могу. Но он мне нужен. Я его потерял, ясно? Я вытирал со стола, и он выпал у меня из кармана. Тут какие-то ребятишки бегали. Мальчик и девочка. Наверняка они его подобрали. Баланус! Только не говори Крабсу, если его когда-нибудь разморозят. Ну пока, управляющий Сквидвард. Пойду спасать мистера Крабса. Хм, ну удачи. Уж ты-то точно обречен на успех. Да, а ты прав. Спасибо, Сквидвард. Ну пойдем. Сказал он, ребятишки что-то там нашли, да? Так, ты кто? Нихера себе, там часы нагоняют время. Ой. Мне пора. Удачи. Пойдем. Спасибо. Услышать, что ты уходишь, это уже удача. Жиза. Так, ну давай, давай, прощай. Идем наружу. Так, ты, чинитель. Ой, снова ты? Я рад, что у тебя тогда не случилось инфаркта. Пожалуйста, не пугай меня снова, я весь на взводе. Ну и пошел в жопу. Так, пойдем, Красти Крабс 2. Так, что у нас здесь? Подиум, подиум, Красти Крабс, Гуфи Губеру. Гуфи Губер? Что это такое? Ладно, ведущий, иди сюда. Вот это да! Ты Окунь Окунович, телерепортер. Да, это я. Уверен, ты рад со мной познакомиться. И что ты делаешь? Что ты тут делаешь, а? Разве репортаж не окончен? И да, и нет. Часть работы хорошего репортера заключается в ожидании новостей. Думаю, превращение мистера Крабса в котлету будет новостью недели. А, ну если ты здесь только поэтому, можешь отправляться домой. Я его спасу. Мы с Патриком вернем корону из города ракушек. Не обижайся, но я, пожалуй, останусь здесь. Ну ладно. Если я спасу мистера Крабса, ты сделаешь из меня героя? Ну, герои пользуются меньшим спросом, чем превращенные в котлету Крабса, но все может быть. Ой! Ну, мне пора. Надо мистера Крабса спасать и все такое. Да! Ну, удачи тебе! Так, пойдем, что там? А, ничего, ничего интересного. Пойдем, пойдемте отсюда, пойдемте отсюда. Зачем мне идти к Гуфи Губеру? У меня и здесь дел полно. Сейчас не время для мороженого. Ну ладно, пойдемте в Крабсе Крабс Крабс 2. Что у нас такого? Там интересного может быть. Ой!
Все совсем по-другому, смотрите-ка. Здравствуй, девочка. Привет. Привет. Что ты тут делаешь? Я тут стою. Ой. И я тоже. Да. Похоже на диалог 21 века. Привет, что делаешь? Сижу, а ты тоже. Ой-ой-ой. Пойдемте в кухню, посмотрим, что у нас тут в кухне. Ой. Масло. Горячее масло? О, действительно горячее. Ой. Так не получится. Ой, у меня же щипцы с собой еще есть. Так, ну ладно, все, погнали отсюда. Здесь ничего интересного. Только лишь масло, только лишь хардкор. Погнали, погнали, погнали в столовую. Нам нужно Гуфи Губеру, к этому пацану Морти. По-моему, Морти его звали. Я не помню. Ну, поскольку мне надо найти Морти, придется зайти к Гуфи Губеру. Но только по делу. Да. Гуфи Губер, привет. Ну-ка, что там интересненького? Попкорн? Попкорн! Сейчас я не хочу попкорна. Так, там выход у нас, там у нас что? Пройти кафе мороженое. Так, к этому чуваку. Эй, о, опять ты! Я знаю этого парня, но кажется он занят. Не буду его беспокоить. Так, там чувак мастурбирует. Что с ним надо сделать? Подожди, подожди. Ну, ой-ой-ой, не надо. Здравствуй, так. Здравствуй, мальчик. Здравствуй. Привет. Тебе нравится Гуфи Губер, да? Да. Да. И мне. Хорошо. Гуфи Губер, мой герой. Да, он ничего. Эй, а что это у тебя на столе? Это моя супермощная карточка власти. Я нашел ее в Красти Крабс. О, можно я ее заберу? Нет, это я ее нашел, она моя. Я буду твоим самым большим и замечательным другом. Нет, спасибо. Может, ты обменяешь на что-нибудь эту твою супер-пупер штуковину? Думаю, я отдам ее в обмен на жареное мороженое. Жареное мороженое? Эй, не суди, пока сам не попробуешь. Значит, жареное мороженое, да? Да. Ладно, принесу. Удачи, здесь такое не делают. Ну, мне пора. Меня ждут дела чрезвычайной важности. Так, кто там на сцене? Ой. Гуфи Губер! Привет, привет, маленький Губ! Добро пожаловать к Гуфи Губеру! А, пока, пока. Гуфи Губер! Я еще вернусь, я обещаю! Да-да, пока, маленький Губик! Не забудь что-нибудь купить перед уходом! Не волнуйся, не забуду. Мне нужно купить мороженое и пойти пожарить его в масле, наверное. Я так думаю. Так, здравствуй. Привет. А, это ты. Я тебя помню. Ты получил счет за чистку ковра. Одно жареное мороженое, пожалуйста. Мы не делаем жареное мороженое. А что вы делаете? Не жареное мороженое. Ну ладно, капитан, одно не жареное мороженое. Жиза. Держи. Но после вчерашнего ты больше не получишь. И не называй меня капитаном. Я ухожу, спасибо, пока. Спасибо, бармен. Эй, любой день, когда ты не заходишь в бар, счастливый день. Пошел нахер. Так, идем домой. Ну, как домой? Нам нужно в Красти Крабс 2. Так, все, прости, Крабс, прости, прости, прости. Красти Крабс, давай, ну быстрей. Это нужно пропустить, это долго. Давай, входи в него. Мне нужно срочно в кухню. Быстрей. Вот сюда. В кухню быстрей проходи, ну молодец. Быстро ты бегаешь, конечно, но не настолько. Так. Это мороженое, зажатое в щипцах. Великолепно. Великолепно. Все, жарь его. Это жареное мороженое. Ну и вкус у него должно быть. Так, ладно, выйти с кухни. Все, пойдем отдадим этому говноеду жареное мороженое. Возьмем карточку и возьмем супермобиль. И станем крутыми. Пропусти. Все.
все, Гуфи Губер. Скажу, что бегать приходится просто прям много. Так, молодец, зашел. Так, где мое мороженое? На, держи, подавись. Оно жареное, фу. Как реально можно жареное мороженое есть? Это же, оно же, блин, когда его пожаришь, оно же растает. В этом вся фишка. Держи, малыш, жареное мороженое. Ура, хрустящие и сливочные, давай. Теперь я могу забрать пропуск? Да, забирай. Дэм. Вот, наш лось, наконец-таки. Пойдемте в Крабсти Крабс 1, возьмем супермобиль и поедем жить в Лондон. Джик. Мистер Крабс не очень-то доверяет людям. Использовать лифт. Так. Это моя любимая песня. Так, что здесь у нас интересненько? Мне некогда играть в дартс. Да, конечно, некогда. Так, пройти в гараж. Я не знал, что мистер Крабс был мастер на все руки. Ладно. Привет, управляющий. Здесь много светильников. Здесь много светильников. Так. Здесь много светильников. Да. Здесь много светильников. Патрик, что ты здесь делаешь? Привет, Патрик. Эй, Спанч Боб. Вот бы сейчас в баньке попариться. Здорово было бы, да? А? А, да, как скажешь, Спанч Боб. Ладно, забудь. Нас теперь ничто не остановит, Патрик. Только я не понимаю, как Патрик смог пробраться в этот сраный гараж. Вкус свободы. Как обычно, все непонятно. А я думал, это мне мошка в рот попала. Итак, наши друзья раздобыли гамбургеромобиль. Теперь добраться до города ракушек не составит никакого труда. Святая вода, а это еще что? Не успели наши герои пересечь границу бикини-ботом, как их останавливает какой-то головорез и требует немедленно выйти из машины. Наши друзья отважно защищались. Но, увы, им не сравняться силой с отчаянным головорезом. Похоже, теперь им придется начать все сначала. Ой, только не это! Ничего себе, вот этот поворот. По жизни. Так. Идет загрузка. Сейчас на каком-то таком смутном месте, наверное, будем. Граница. Биржа какая-то. Пойти к головорезам, пойти к Гуфи-Губи. Мы только сюда пришли, да? Ну ладно. Это бензонасос. Да, ты прав. Эй, укатилась. Слушай, Патрик, а может пойдем домой? Что? Кто ты? Что ты сделал со Спанч Бобом? О чем это ты, Патрик? Мой друг Спанч Боб непоколебим перед лицом неопределенной опасности. Что-что? Перед лицом чего? Не знаю. Смысл в том, что ты не должен так легко сдаваться. Мы с тобой команда, нас не победить. О, ты прав, Патрик. Я не должен расстраиваться из-за пустяков. Вместе у нас все получится. Так, поговорим с этими чуваками, давай. Чудесная погода, да? Да. 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 Так, ну вот так на границе бикини-ботом, ну, что ли, живете, да? Как вы тут живете на границе бикини-ботом? Так круто, как вам и не снилось, да, Ллойд? Ха-ха! Эти ребята действуют мне на нервы. Жиза! Ну, чем вы тут вообще занимаетесь? Дурака валяем. Нам хватает смотреть, как слабаки типа вас пытаются выжить по ту сторону границы. Мы же ходили к Гуфи-Губеру вчера. Было весело. Им-то об этом зачем рассказывать? А мне казалось, что тебе было весело. Ты пел, танцевал на столе, а потом ты... Неправда. Правда-правда. Ты обнял Гуфи-Губера и сказал, что он твой лучший друг. А я расстроился, ведь это я твой лучший друг. И тогда... Не слушайте его. И тогда ты попросил у Гуфи Губера ноты его песни, чтобы потом сыграть ее на своей гармонике. Нет у меня никакой гармоники. Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Ах так? Тогда покажи, что у тебя в карманах. Ты сегодня в тех же брюках. Спорим, ноты еще там.
Не смеши меня. Одну минуточку. Он даже сказал, что Гуфи Губер его герой, и что он хочет стать похожим на него. Куда это он? Все, я вернулся. Никаких нот у меня нет. Не понимаю, о чем вы говорите. И вообще хватит об этом говорить. Ты что, только что выбросил ноты? Я с тобой вообще не разговариваю. Я ухожу? Ты не продержишься и 10 секунд за границей. Ха-ха-ха-ха-ха! Да? Посмотрим. Ладно, погнали сюда. Возьмем ноты. Где ноты? Ух ты! Здесь всякого хлама! Всякого хлама! Как интересно. Нам нужно в мусорку. Это ноты песни Гуфи Губера. Разве кто-то в здравом уме стал бы их выбрасывать? Так, все, выходим отсюда. Это нам пригодится. Я не могу идти пешком, это безумие. Я уже сделал сегодня 6 безумных вещей. Мой лимит исчерпан. Ты серьезно? Исчерпан? Так, куда нам? Головорезом нужен нам. До города ракушек 5 дней пути. На быстрой машине. Наша машина! Надо придумать, как ее вернуть. Ключи должно быть у того парня, что забрал ее. Пойдем туда и заберем их. Папа, пойдем. Мы поступим хитрее. Может, мы отвлечем его и... Да, отвлечем его. И заберем ключи, пока он не видит. Отличная идея. Пошли, дружище. Да, хорошая идея. Так. Пойдемте. Спанч Бэб. Мотоциклы. Вперед, Спанч Бэб. Войти в бал бал. Бар головорезов. Бар головорезов. Притон. Жизнь. Мне надо в туалет. Патрик, а как же отвлекающий маневр? Баланус. Баланус, яй-лай. Это бутылка. Да, ты прав. Я так не думаю. Что ты не думаешь-то? Пройти в бар тогда. Что ж тут? Так. Так, поговори с близнецами. Они слипли, стойте. Эй, мистер! То есть, мистер. Привет. Чем вы двое тут занимаетесь? Пьем грязную воду с ржавчиной и пытаемся вспомнить одну песню. Да? Какую песню? Не твое дело. Песню Гуфи Губера? Да. Нет. Ну, может быть. А что, ты ее знаешь? Конечно, знаю. Научить вас? Нет. Вдруг кто-то услышит. У нас будут проблемы. Может быть, я вам как-нибудь ее напишу? Давай. А пока мы посидим здесь. Держите, ребята. Это ноты той самой песни Гуфи Губера. Пожалуйста. Зачем же так об этом кричать? Спасибо. Так, они ушли. И все хорошо стало, типа, да? Привет, так, ну, бармен! Привет. Какое у вас тут замечательное местечко? Нет, не замечательное. Это омерзительное место, и оно нам нравится таким. А, ну вам виднее. Че тебе надо? Ты не видишь, что я сегодня не в духе? Можно мне, пожалуйста, мороженое? Мороженое? Мороженое для детишек. Ты же не ребенок, верно? Нет. То есть нет. Глядя на тебя, я сам не уверен. В общем, будь начеку, а то тут из тебя котлету сделают. Мы крайне недружелюбно обращаемся с детишками. Если вы не возражаете, я тут осмотрю ваше великолепное заведение. О, для вас ковровую дорожку не расстелить? Нет? Ну надо же. Ну какой ты злой, а. Так, я ты... так не думаю. Чё ты не думаешь, пойдем отсюда. К бильярдному столу пойдемте. Чё там у нас интересненького может быть? Так, эти два чувака. В туалете там бармен. Ой, бармен. Здоровяк меня заметит. А, это ключи! А-а-а! Золотая херня это. Я так не думаю. Что ты не думаешь, ты тупой? Я так не думаю. Вот он. Привет, здоровяк! Чё тебе надо, малявка? Не видишь, мы играем. А знаете, что мне там не нравится?
песок попадает между пальцами ног. А потом он попадает в кровать. И как ни вытряхивай, все равно останется какая-нибудь песчинка. И, ну... Заканчивай, пока я тебя не прикончил. А вы не ходите на пляж культуристов? Вы, наверное, там так накачались? Пляж культуристов? Да не смеши ты меня. Я накачал мышцы, избивая всяких неудачников. Глядя на тебя, мне хочется снова приступить к тренировкам. Да, знаете, я тоже туда иногда хожу поработать над мышцами спины. И грудными мышцами, и... Молодец. Вот отправляйся туда, пока я не вышел из себя. Ладно, не буду вас отвлекать. Продолжайте запугивать. Да уж, пожалуй, побереги здоровье, если ты вообще понимаешь, о чем я. Спортом заняться? Ба. Ба. Я так не думаю. Мы пойдем в туалет, что мы пописываем сейчас вместе с Патриком. Где там Патрик наш? Ой, вот он. Привет, Патрик, старина! Эй, Спанч Боб! Чем ты занимаешься? Ой! Да, ну кажется, ты занят. Не буду тебе мешать. Продолжай себе бормотать. Ты дурак, Спанч Боб? Привет, Патрик, старина! Как нам... Что делать нам сейчас нужно? Чем ты занимаешься? Да, ну кажется, ты занят. Не буду тебе мешать. Продолжай себе бормотать. Так, о-о-о! В туалете нет мыла, а мне надо помыть. Да-да-да, я смотрел, там нет мыла. Радуйся, что я тебя не наполнил по самые уши. Ладно, только чтобы ты от меня отстал. Вот, хорошо. Он ушел. Надо же! Выжмите меня насухо! Получилось! Так, и зачем нам это? Зачем нам мыло нужно было? Что? Все, теперь там есть мыло. Ты счастлив? То есть я надеюсь, ты ужасно несчастен. В общем, забудь об этом. Если вы не возражаете, я тут осмотрю ваше... Да-да-да-да-да, пойдемте скорее. Я потому что нашел выход из ситуации. Ну, быстрей! Нет, молчи! Надо же. Пойдем. Нам нужно в Тубзен. О. Ух ты! Пузырики! Эй, кто это надувает пузыри? Патрик, давай, берем, быстрее. Меньше разговоров. А, все, они сами как бы забрали их. Ну ладно, хорошо. The quest for the grill. Вернув гамбургер мобиль, путь. Спанч Боб и Патрик продолжают свой путь в город ракушек. Да. А в это время Нептун запер дома свою дочь Минди. Помогите ей выбраться из замка, чтобы она могла помочь нашим героям. А, ага. Глава 4. Освободите Минди. Надо скорее отсюда выбираться. Я постараюсь взять папину карету, запряженную морскими коньками. Мне надо торопиться, чтобы помочь Спанч Бобу и Патрику. А, то есть мы сейчас за нее будем играть, да? Ну ладно. Ой-ой-ой. Так, ну ладно. Вот прошли мы... Как, а третья глава, что ли, была? Или она как бы совмещена? Я не понял, что там было. Эти гангстеры угнали мобиль, пошли куда-то дальше. Теперь мы играем за Минди, я что-то забыл уже, что там было. Она должна как-то помочь Спанч Бобу, что ли, я не понял. Я уже забыл, ну ладно. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Конечно, подписаться на канал здесь впервые. Ждите новых серий, с вами был Стэк. Всем удачи, всем пока! We'll be right back.